Здорово, пацаны! Снова я из питомника. Вот мне тут уже печник начал выкладывать печь. И я думаю, через 2 недели у меня печка будет готова. Ну, я не в связи с этим сегодня снимаю. Сегодня я вечером открыл наконец-то окно в ту вольеру. Вот видите, я открыл окно в ту вольеру. Вон, птицы вылетают, залетают. Ну, никто разом не ломанулся. Потихонечку они осваивают территорию, я их не выгоняю. Четко они видят, где залетать, где влетать. Вылетают туда, попоют песни. Полетают, солнечные ванны примут. И снова обратно туда, где корм и вода. В общем, пока кто-то не торопится еще вообще вылетать. Кто-то уже по несколько раз вылетел и обратно залетел. Как я и предполагал, вольера птицам понравилась. Вольера птицам понравилась. Первое, естественно, канарейки вылетели. Они самые любопытные. Потом все остальные потихоньку стали вылетать. Вот сейчас вылетели щурочки. Вылетят. Обычно вылетят, короче,
вылетят, понемножечко посидят, обратно залетят. И потом уже второй раз, когда выходят, начинают петь. Ну, нравится птице, нравится. Солнечные ванны птицы необходимы. На солнышке греются. Ну, как греются им. И так не холодно сейчас. Нынче у нас жаркое лето. Но солнце птицам необходимо, солнечные ванны. Поют. Очень им эта вольера понравилась. Я рад, что все получилось, как я хотел. Птицам явно вольера нравится. В следующем году я постараюсь кого-нибудь развести. Мне интересно, конечно, попробовать белопоясых клестов развести. Щуриков, наверное. Ну и дубровника хочу развести, попробовать. Ну, посмотрим, что получится. Ну, такое желание у меня есть. Ну что, пока. До новых незабываемых встреч!